наблюдали это с расстояния 70 километров. Какое-то количество людей находилось ближе. Одного солдата, находившегося в канаве, засыпало песком, и один солдат погиб. В одном из близлежащих сел население было все выведено из зданий. Взрыв выглядел из города Курчатова, центра Семипалатинского полигона. Ослепительная вспышка и ударная волна сотрясли город. В домах вылетели все стекла. Это кадры из фильма, который был снят специально для показа руководству страны. Текст, естественно, читал Левитан. Вернемся в городок полигона. Сейчас и сюда подойдет ударная волна. Вы видите группу людей, стоящих на дороге? Находясь далеко от места взрыва, они чувствуют себя спокойно. Но за это благодушие им придется поплатиться.